На территории растут оливки. В смысле? Нет, я хотела попробовать. Ну, попробуй. Нет, можно. Да, фу, бла-бла-бла. Она горькая. Вот, я надкусила. Фу, какая она горькая. Ну, смотри, поснимай вот эти ягодки. Смотрите, вот прям вот оно, да, растет. Вау. Горькая, как рябина. Даже хуже, чем рябина. Но прикиньте, мне буду постепенно показывать, что у нас тут растет. Тоже невкусно. Маме тоже невкусно. Ну, что нам поделать? Пойдем искать что-нибудь повкуснее. Пойдем найдем что-нибудь повкуснее. Потому что растет очень много всего. Сейчас как раз сезон. Ага, смотрите. Смотрите, гранаты. Мам, я тут тоже нашла гранаты. Да. Вон гранат еще, смотрите, какой. Вот в прошлом году мы были в Папилоне, там акцент сделан на мандарины, гранаты и лаймы. А здесь... Эта стена мне нравится. Смотрите, да, вот здесь половина корпусов вот сделана вот в таком стиле, вот в таком. Вот. И очень много... Это Бельконти. Да, это Бельконти. И здесь очень много мандаринов, они зеленые, но они такого размера, я вам покажу, вы офигеете. Наверное, с два мужских кулака. Вот это все оливковые деревья. Поспевает. Вот в прошлом году мы когда были в Папилоне, вот я срывала, я домой брала. Это был октябрь. Домой брала, подружки брала, там они реально были офигенные, мы прям все съели. Цветет, смотри, здесь, наверное, цветы какие-то будут. Очень красиво, очень. Мои гуляют. Не надо цветы рвать. Цветы офигенские, не просто надо, бомбические. Василин, не надо, это все за оливками, они горькие, да, ужаса. Кто? Ну, давай. Я же тебе говорила. В смысле не сказали? Теннис. Папа учит, видимо, дочку. Прикольно. Мы изведываем территорию, уходим. Я пытаюсь параллельно загрузить свое первое видео из Турции на YouTube. У меня ничего не получается, потому что здесь перегруженный Wi-Fi. Сим-карту отдельную я не покупала. Кстати, здесь еще отдельно есть лес, типа, или как парк, как там называлось? Папа! Я не знаю, про что ты. Короче, там есть высаженная такая территория, можно просто выходить и гулять. Вот, здесь обедают. Лимоны. О, вот лаймы. Нет, это... А, нет, это лимоны. Смотрите, вот. Зеленые. Василина. Нет, ты можешь листик сорвать, он тоже пахнет. Смотри, на, понюхай. Я уверена, он пахнет. Мам, хочу большой. Большой листик? Да. На. Его надо помять, и он будет пахнуть. Да. Вот так. Мам, вот так. Да, он будет пахнет лимончиком. Так, смотрим дальше. Ой, как пахнет. Добавляй в текилу. Чего такое? Хочешь меня поснимать? Да. Да я сама себя могу поснимать. Ну, вон. Там вот будет сегодня бразильская вечеринка. Вот да, сцена. Нет. Видишь сцена? Да. Вот. Три бассейна здесь. Там вот детский, здесь типа взрослый и с аквапарком. Большой, там один большой. Да все уже. Большой. Надо было раньше думать, когда тепло. Смотри, было. Завтра. Смотри, о, вот. Я вам обещала показать мандарины. Смотрите. Мам, мне кажется, это мандарины. Короче, смотрите. Вот, представляете? Блин, моя рука, вот мой кулачок. Вы поняли, да? Это же вообще капец. Смотрите. Я не шучу. Смотрите, какие они огромные. Их много, смотрите. То есть здесь вот прям вот.
это тоже лайм. Это не лайм. Это или апельсин? Это апельсины, да, смотрите. Мам, они созревшие уже лопаются. Вы посмотрите. Мам, да понюхай. Это просто потрясающе. Я хочу жить в Турции. А, как пахнет. Что? Слушай. Нет, вон столовая, мы уходим, получается. Ну, короче. Графические картины. А, ля карт? Не ля карт, я думаю, что днем выносит. Василина! Василина, иди сюда. Милана, куда ты пошла? Это не море, это бассейн. Ловлю детей, вон ходит в ручках по лоскам. Так, что вам еще показать? Смотрите. Очень много столов на улице расположенных. Вот. Очень много. Очень много в зале, очень много на улице. Первый день у нас, ребят, я не могу отвечать за качество того, как я снимаю территорию. Так, что написано? Please don't pick up the fruits. They are... Да, нельзя, короче, фрукты нельзя рвать. Они не... Ну, это понятно. Смотри, какие на деревьях цветы. Необыкновенные. Смотрите, и причем не много, а только вот. Нет, там кусочек. Они же, наверное, я так думаю, отцвели. Отцвели, видимо, да. Сегодня у нас в этот... Пойдем программу посмотрим. Кубинская вечеринка, если я правильно понимаю. Винская вечеринка в 21:30. Так, мини-диск. Мини-диск в 20:45, мам. Для детишек, да? Да, потанцевать. Ну все, пойдем. 20:45 пойдете танцевать на дискотеку ваших сверстников? А где? Ну, наверное, где-то там же. А давайте на площадку пойдем. Вот. Один из главных корпусов. Здесь два главных корпуса, остальное бунгало. Мы вот живем во втором главном корпусе. Здесь детский городочек. Он сделан в стиле смурфиков. Основная концепция, я так понимаю, детского направления идет смурфики. Ну, здесь дочь есть заход, видите? Смотрите. Да, сейчас пойдем смотреть. То есть основная тема смурфики. Все сделано в стиле. Так, сейчас посмотрим. Давай. Смотри, какие кролики. Ой, смотрите, какая прелесть. Милана у нас любит такую живность. Вот сюда иди. Смотри, сколько зайков. Ой, какие хорошие. Смотрите, сколько им принесли. Я не знаю, они этим укрываются или они это кушают. Вон там копает, смотрите. Смотрите, смотрите. Ну, они какие. Вот какой ты. Красные глаза у тебя. Ой, какой ты любопытный. Пальчики не надо совать, потому что я не знаю, они кролики кусаются, у них у всех такие глаза красные. У них у всех красные глаза. Ну, кроме вот тех вот сереньких. Такая. Офигеть. Вы знаете, их держат за уши же вот так, да, вот хватает. Я бы так не смогла бы. Мне жалко было бы. Прелесть. Прелесть. Так, идем дальше. Детская площадка. Так, здесь, я так понимаю, тоже кто-то должен жить, но пусто. Так. Здесь столики. Бассейн. Давайте посмотрим, пока мои там катаются, я вам поснимаю. Так, закрыто написано. Ну что здесь должно быть? Так, соблюдать чистоту рук. Так. В общем, непонятно, что здесь должно быть, но что-то здесь было до пандемии. Окошечки симпатичные.
санитайзеры, предупреждение, что на лавочке нельзя сидеть вместе. Ой, а я бы перепутала. Одинаковые платья с Миланой. Так. И что у нас тут? Каруселечки всякие разные. В общем, все закрыто. Все, что вот в этих домиках, все закрыто. Ну и по-любому это связано именно с профилактикой коронавирусной инфекции. Ну, как-то так. Я хочу домик. Ну, хотя бы на улице все открыто. В домике все закрыто, зайка. С таким скрипом. Ну, знаете, это такой себе обреченность. Раз. Я хочу на горке кататься. Не хочешь уже? Тю-тю-тю-тю. Не слезай на ходу. Василина, слезай. Мам, мне кажется, или это страшно? Кать. Ладно. Папа смотрит. Мама... Обратно не надо. Да. Как ты говоришь? Так не надо. Вот так вот? Не надо. Вот надо, так вот. Надо вот так вот. Я смотрю. Ну, площадка как площадка, ничего особенного. Не люблю я детские площадки. На них весело только детям. Родителям не очень. Ну, я говорю, здесь все сделано в стиле смурфиков, поэтому как-то так. Кстати, финики. Они прям валяются вот здесь вот. Но... Есть их, думаю, не стоит, да, мам? Финики. Не надо. В принципе, здесь везде висят таблички, что не срывать, не есть и так далее и тому подобное. Ну, финики мы попробовали такое себе. Василин, ты везде найдешь приключения. Из детского клуба еще фиг выйдешь. Там загадка. Додумайся, что нажать, чтобы выйти. Зеленый или красный? Зеленый или красный? Ну да, здесь много всякого всего растет. Вот. В общем, обратно мы едем с апельсинами и мандаринами. Да, конечно. Только жрать их невозможно. Ничего, не поспеют, пока в чемодане. Конечно. Чё? О, смотрите. Поспели почти. Смотрите, это вот наши висят. Представляете? Красота. Как их вверх-то мы посадим, мама? А сажать-то как? А вести-то как? Мама говорит, давай что-нибудь посадим у себя. Стрим посадим. Давайте попочку пожарим. Твою? Нет. А почему Нанину. Нет-то? Давайте жарину. Тики-тики-ду. Короче, весь отель сделан из таких вот маленьких, знаете, бунгало с черепичными крышами. И такое ощущение, что ты где-то... Слушай, на Кипре, так я не была на Кипре. Вот типа вот как вот, вот так на возвышенности сделано, да? С черепицей. Да, наверное. Я уже не помню даже. Вон гранаты еще красные уже. О, да, вон, смотрите, гранаты какие. Да, я пойду поснимаю. У тебя там сумку влезет. Они, нет, мам, не влезет. Я не влезет. Нет, мам. Но они, смотри, они спелые, они высоко. Мать меня заставляет. Ох, что я вам сейчас покажу, что я вам сейчас покажу. Смотрите, здесь такое-такое. Лови. Рыбки. И делай, блин, не видно. Блин, не видно. Хоть под воду опускай. Здесь такая цыпа. У меня даже камера задвоила. Она не понимает, что я снимаю. Рыба!
Короче, там такая форель. Там такая... Мам, блин, надо хлеба взять. Вот, вот, вон там снимай. Надо взять хлеба, подкормить их, чтобы они всплыли. И удочку во, принесли, вот, вот, да? Вот, вот, вот. Вы поняли, да? Вы поняли, кто здесь плавает? Вы поняли, да? С удочкой надо идти. Я здесь буду рыбачить все 12 дней. В общем, за нами гранаты, апельсины, и рыбка. Лимоны и рыба. Видали? Вот вы видали? Посмотрите, вот здесь половина даже, мне кажется, не снимается, сколько там красоты. Кто? Просто красота. О, здесь такой фонтанчик. Тут уже, наверное, рыбак подоспел. Все понятно. Вот, про лес я говорила. Big Garden, большой сад. Вот он, Big Garden. Большой сад называется. А вот, вот это лаймы, наверное, маленькие. Посмотри, какие маленькие. А, кстати, смотрите, да. Вот, видите, вот лаймы, вот они. Во. Малюськи такие, вот они. Короче, про Big Garden. Мы сегодня просто шли и обратили внимание, что здесь есть Big Garden. Вон, девчонки уже там тусуются. Я так понимаю, там можно гулять. Какое-то необычное растение, похоже на большой кактус. Ну, может быть, Big Garden и Big? Ну, похоже, мам, на наш огород. О, смотри, кто здесь лежит. Писка. Ну, я знала, я везде найду. Катька везде найдет свои 40 кошек. Короче, это наш огород. Мам! Здесь перчики. Мам, давай ее в номер. Смотрите. Давай, говорит, ее в номер возьмем. Смотрите, перчики. Перчики. Кто-то, какие-то уже высохли. Какие-то еще, видите, зелененькие. Перцы. Чили? Мам, это огород. Утром чили? Вставай и вспахивай. А вот там баклажаны. Мам, еще вот там баклажаны. Правда, баклажаны, смотрите. Вот это баклажаны. Правда, это чили? Ну, хочешь кусить? Нет, куси. Давайте. А вон красный уже готов. Да, уже красный. Все, мам. Вот утром встаешь, поливаешь, окучиваешь, ну, как дома. Вообще... Как дома. Вон тележка стоит, все уже готово. Big Garden называется. Я говорю, мам, мы здесь будем гулять. Содрала себе. Вазелиночка у нас упала на ровном месте. Содрала кожу вон на локте. Это она заметила, Милана. Это улитка. Такая у нее странная раковина. Это раковина? Да, это раковина. Давай ее в травку посадим. Давай. Такую улитку вот. Вот так. Живи, улитка. Пошли. Смотрите, какие розы красивые. Некоторые уже отцвели. Какие-то вот еще зацветают бутонами. Смотрите. Еще будут. Красоту. Короче, территории толком не знаем. Идем туда, не знаю куда. Нам нужно найти вход. У нас Василина упала, содрала себе колени, содрала себе локти. Куда идем? Фиг его знает вообще. Ну, куда-то идем. За людьми. Я живу с людьми, которые закрываются на 105 замков, а здесь еще и карточки высовывают. Из замка. Ты чего? У тебя опять как у пятерочки. У всех мания, что их украдут. Там темно, я боюсь темноты. С ума сойти. Конечно, мы же приехали. Я же вас привезла в Турцию, чтобы вас украли всех. О, меня точно не видно. Дай фонарик. Ну, короче, моих баб, естественно, не видно. Мой курятник. Да вы
Сейчас пойдем в холл, там, может быть, будет видно, ладно. Вообще так везде огонечки, огонечки, очень-очень, видите, красиво все на самом деле. Мы подходим к главному входу, и вот прям чувствую, здесь пахнет прям по-особенному. Днем мне казалось, что пахнет лаврушкой, а сейчас прям пахнет цветами. Вот, возможно, здесь цветы, я днем показывала, в баках стоят, сейчас не видно. Вот, вот главный вход. Красиво, да? Причем мы очень часто бывали в этом отеле, именно когда вот проездом, когда по отелям развозят гостей, мы здесь были. Ну и вот впервые, как гости сами побывали. В смысле не туда. Все туда, все туда. Ресепшн, я уже показывала. Ну и сам холл. Очень красиво. У нас с Натальей Евгеньевной еще пока топографический картинизм по поводу всего взаимодействия с территорией. Мы еще не очень понимаем, где что как находится. Лифты уезжают, прежде чем мы успеваем к ним подойти. Но ничего, у меня есть специальный обученный человек. Нажимай. Вниз. Даже два специально обученных человека. Я их для этого родила. Очень жарко. Мама, конечно, говорит, прям чересчур. А мне очень нравится. Мне очень комфортно. Ну вот, мы пришли. Вот, давайте посмотрим, что здесь такое. Что здесь такое? Стейл-бар. Мам, смотри, здесь какие два коктейльчика. Да? Может, вот это попробуем? Розовый? Не знаю. Подожди. Is the alcohol? No. No? No, with alcohol. Milk? With milk? Strawberry. What is it? This whiskey is the Sprite lemonade. Whiskey? It's alcohol? Yes. Two.